Венгрия, Польша, Чехия и Словакия заявили, что поддерживают бывшую Югославскую республику Македонию в ее решении закрыть границу с Грецией, блокировав так называемый «балканский маршрут», которым беженцы проникают дальше в Европу. Ранее Вена предупредила Скопье о необходимости полной остановки потока беженцев, следующего из Греции. Австрия намерена закрыть свою границу после того, как примет квоту в 37 тысяч человек. Македония установила второй забор на границе с Грецией и перестала принимать беженцев, сделав исключение только для выходцев из Афганистана, Ирака и Сирии. Для выяснения гражданства прибывающих они должны теперь проходить обязательное 30-минутное собеседование. Германия выразила озабоченность такими мерами, опасаясь, что они усугубят положение Греции, куда мигранты продолжают прибывать морем. На греческом острове Кос, где планируют построить лагерь для временного размещения беженцев, в воскресенье сотни людей вышли на акцию протеста. Они считают, что строительство центра негативно отразится на жизни острова и отпугнет туристов. Население Коса около 33 тысяч человек.